Сегодня мы находимся в городе Кордоба. У нас выпуск 325. И сегодня у нас солнечный день. Достаточно холодный, но солнечный. Так, и что ты хочешь, чтобы я снял? Солнце и холод, да. Подтверждаю. Мы зашли в старый город Кордоба. Идем по узким улочкам. Давай идем по узким улочкам и куда-то мы сейчас выйдем. Сегодня мы планируем сходить на обед, съесть местный холодный суп с Альморой. Несмотря на то, что холодно. Да, но солнце светит, в принципе, припекает слегка, но холодновато. Здесь много туристов, в том числе мы. Вечером мы отправляемся в Гранаду, там будет дождливо, холодно, но мы проведем время в барах. А сегодня, значит, у нас сальмореха, фламенкин, что там еще, рабо де торо, и будем держать всех в курсе наших передвижений, наших блюд. Да, увидимся. Мотор, камера. Продолжаем наше путешествие по городу Кордоба. Мы находимся в центре историческом центре города, окруженного стенами городскими. И сейчас у нас здесь главная мескита, мечеть города. У нас ярко светит солнце, поэтому, может быть, не очень хорошо видно. Не очень хорошо видно докладчика. Ну, это по само собой. Главное, это достопримечательность. Потом можем видеть, что в каждом магазинчике продается какая-то артизанальная вещичка, которую можно купить себе в виде подарка. Значит, идем дальше.